Хабаровского края. Правда, такой стилизованный, не совсем правильный. Можно сказать, совсем неправильный. Ну, стильно, да, вместо леса вот это вот пластик. Тут вместо земли вода. Ну, в общем, как бы понятно, что да, сейчас шторм покажу. Я уж не знаю, докину я до круглого, да, вот герб Комсомольска. Ну, тут воды нет, поменьше. Докину сейчас. Кино. Вот сегодня вообще разошелся шторм. Мало того, что течение вон по ветру, волны приличные. Временами до метра уже доходят. Всеми способами отсюда, уничтожая рыбу, уничтожая вот горы, уничтожая работы китаю с всяким узбеком, ну, опять вода упала якобы еще на 5 сантиметров, то есть, значит, за 2 дня упала по 4-4-5, это получается 13 сантиметров, ну, реально это при такой волне почти не чувствуется, то есть, все залито, вон прибой как. Легкое такое морское. О, волны какие-то. О, вот там. Вот я в такой шторм как-то разок ходил. На байде. Жесткач был, конечно. Снимать там ничего не получалось, потому что просто только надо было идти держаться по волне. Сейчас где-то с полтора шли. Пока не нырнули под сопку, где ветер стих. Сейчас шли по волне, потом под сопку. Извините за шум. Наверное, из-за ветра меня мало слышно. Ну, как бы. Программу монтажа похерили. Поэтому вот без монтажа все делаю. Чего ставит ядресня потомкам? Вот она оставит после себя зону бедствия с вырубленными лесами, с утонувшими деревьями, которые как-то начнут, потому что месяц простоять под водой, дерево, разумеется, умрет. Животными всеми, которые жили на островах, там много кто жил, лисы и прочие птички, утки там всякие, т.д. т.п. Андатры, все это уплыло, утонуло. Комсомольск на Амуре, 15 сентября. Продолжающий, о котором уже устал снять.